Трудно сказать, чего именно ждали от форума, говорит Наталья Скидан. Это было сложно и одновременно интересно. К примеру, готовить совместно открытый урок с преподавателем архитектуры строительного колледжа, который живет в другом часовом поясе. Волнительно было и выступать на миллионную аудиторию. Аудитории не нужна мое волнение, им нужен тот посыл, который я хочу передать. Это было очень интересно, и вообще на самом деле была очень теплая аудитория. Хорошо принимали, хорошо слушали. А потом я же понимала прекрасно, что на меня смотрят мои учителя, мой город, я не должна подвести ни в коем случае. И было очень приятно. Все города представляли Кемерово, Санкт-Петербург, а про Искитим сказали, что это один из крупнейших промышленных центров Новосибирской области. Было так приятно. Форум, говорит педагог, серьезная площадка для школьников. Проводится при поддержке крупнейших российских корпораций и вузов. Дает возможность детям попробовать себя в настоящей деятельности. Для учителя же это возможность понять, как помочь ребенку определить траекторию своего развития. Много всего. Даже, наверное, сейчас, вот пока 1-2 дня прошло, трудно сказать, да, что останется в сухом остатке. Потому что пока больше впечатлений, чем, ну, скажем, каких-то таких реальных, серьезных ощущений. Сначала это, конечно, была эйфория, то, что на такое громадное просто событие всероссийского масштаба приглашают какого-то обычного парня из глубинки. Ну, а потом уже постепенно привыкал. В любом случае, это новые знакомства были, новые взгляды на мир. Я считаю, что это очень полезно для общего развития меня в частности. Теперь у меня есть возможность попробовать подать документы после 11 класса в Политехнический Московский университет или же еще что-то связанное с этим. Дмитрий Панкратьев принял участие в разработке нового компонента, который призван защищать людей от шума дорог и железных путей. Работал, вспоминает парень, с привычным материалом, но то, что получилось в итоге, превзошло его ожидания. Складывали бумагу разными слоями, склеивали ее между собой и получали кирпичики, составные части этой структуры. Нам помогали преподаватели Политехнического университета Московского, и у нас все получилось. Теперь парень мечтает попасть на форум в следующем году. Он сильно заинтересовался направлением технологии движения. Это создание или улучшение технических характеристик разных средств передвижения.